Шпанагель Есения, 9 лет, Подсосновская СОЖ. Юлия Друнина, стихотворение о войне. Да, многое в сердцах у нас умрет. Да, многое в сердцах у нас умрет. Но многое останется нетленным. Я не забуду 45-й год. Голодный, радостный, послевоенный. В тот год от всей души удивлены тому, что уцелели почему-то. Мы возвращались к жизни от войны, благословляя каждую минуту. Как дорог был нам каждый трудный день, как на гражданке, и все нам было мило. Пусть жили мы в плену очередей, пусть замерзали в комнатах чернила. И нынче, если давят плечи быт, я и на быт взираю, как на чудо. Год 45-й мною не забыт, я возвращение к жизни не забуду.